включила. Очередной закон успеха от Алексея Осипенко. Звучит он так. Никогда не принимай решения в минуты усталости, депрессии, паники и отчаяния. Что я имею в виду? Рано или поздно в нашей жизни наступает момент, когда мы устали, когда долго не получалось, наступает такая боль, паника, мы впадаем в депрессию, и в этот момент хочется принять какое-то ключевое решение. Например, уйти, закончить, расстаться, закрыть бизнес, перестать вкладывать деньги, что еще можно сделать, там, ну, как бы наругаться. То есть вот всегда созревает это решение, которое больше всего похоже на бегство. И закон такой: никогда не принимай решение вот в состоянии вот этой усталости. Дождись, когда ты отдохнешь, восстановишься, еще раз взвесишь за и против, и тогда снова попытайся принять это решение. Ну, это похоже на поговорку из сказки «Утро вечера мудренее». Это реально работает. Поэтому, если вдруг сейчас вы в таком состоянии, и вам хочется принять что-то очень важное, то не делайте этого, подождите, когда вы чуть-чуть отдохнете. Просто пустите на тормоза, это немножко полежит, подождет, а потом вы сможете на свежую голову все правильно сделать. Продолжаем.